10 сентября, и я получил свою третью, последнюю фуру из партии, приход которых был у меня запланирован до выставки. Остальные фуры будут приходить у меня уже после 15-16 сентября, когда я вернусь с выставки. В этих трех фурах у меня мелкие заказы, дальше будут заказы там по 300, по 400, по 500 тысяч. Даже некоторые фуры не будут заходить сюда в Калугу, будут напрямую ехать к клиенту. Сегодня 10 сентября, я сейчас разгружу фуру. Завтра одену костюм и прыгну в машину, поеду в Москву на выставку. 12, 13, 14 буду на выставке. 15 выходной, отдыхать после выставки. И 16 уже начну отправлять вам заказы. Все мелкие, средние, полусредние заказы обязательно пришлю. Все буду снимать. Зайду, кстати, в транспортную компанию. Покажу, как они упаковывают, все сниму, чтобы вы не переживали. Ну все, сейчас будем приступать к разгрузке. Раннее-раннее утро, а я вас всех приглашаю на выставку. Обязательно приходите, если есть возможность, приходите, приезжайте в Москве. Крокус Экспо 12-14 сентября, международная цветочная выставка. Вход на нее по моему промокоду бесплатен. Ссылочка будет обязательно. Все, пока.